перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро, здравствуйте. Помахать. Ебой. Привет, привет. Всем привет. Здорово. Здорово, ёпты. Привет, привет, всем привет, здравствуйте. Ебой. Здрасте. Бодишмель, отлично. Здрасте, здрасте, привет, 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 привет всем. Запанчить. Твоя мать шлюха. Послушай кладовщика Антона Баженова. Доброе утро всем. Сколько раз обняли от Степы Кармы? 2. Один раз Саша Куромушка, другой раз Слава КПСС. Все, больше никто не обнимал от Степы Кармы. Так что нормально. Разборки. Никаких разборок абсолютно. Никаких разборок. Оксимирон или Оксимирон? Конечно, Оксимирон. Тут даже думать не надо. Изи. Изи. Хабаровск рулит, блять. Ну, только отчасти, если братишка Хабаровск рулит, конечно. Почему вчера не спел? Да куда вчера петь было? Ну, кто-то вчера все встал, какие-то были. Привет, всем привет. Привет, привет, привет. Привет, друзья. Всем здрасте, всех поздравляю со вторым охуевшим днем в Санкт-Петербурге. Ты без очков, как Муссолини. Ну, ничего страшного, Муссолини неплохой парень. Ваня, улыбнись, серьезный такой стал. Я всегда был серьезным, максимально. Сколько стоит твоя борода? Борода стоит дорого. Пофоткать конц вонки, напиши в директ мне. Ты спал вообще? Да, я проснулся, я сегодня всю ночь спал, охуенно просто. Как тебе Славин гик? Да, отличный гик, че, как всегда. Напиши мне в директ просто, пофоткать концерт, никаких аккредитаций не нужно. И фотки скинь сразу. Мстителей смотрел? Нет, не смотрел. И прошлых не смотрел, по-моему. Дерек Гриш спит, надо его трогать. Блять, без лифака сижу, включил, стыдно, как будто через экран видно все. Без лифака сидишь, включил и стыдно? Ну, такое. Такое. Привет, всем привет, да. Что думаешь о версусе Славы с хуесосом? Ну, нормальный версус, чё. Окей, спасибо, здравствуйте, здравствуйте. Ваня Фаллон сексуален, Не в ней раньше на позитиве выходил эфир, где год назад где-то. Ну, слушайте, разное настроение бывает, конечно. Но, в принципе, я всегда довольно-таки такой. Кто кого отпиздит, за май или шок? Я думаю, время всех отпиздит. Нравится хаски рэпер? Ну, не супер. Что там на цепочке написано? Написано Данила Поперечный хуесос. Такой вот у меня блинк. Вань, тебе идут отросшие волосы. Спасибо большое. Почему Чен не подписан на Соболя? Спроси у него, дружище. Ну что, Вань, послушай кладовщика Антона Баженова. Обязательно. Обязательно, если не забуду. Но не обещаю. Но если не забуду, обязательно, честно. Как на личном? Да как у тебя прям, братишка, все нормально. Здрасте. Почему ты не постригаешься? Ну, я отращиваю волосы, чтобы быть как Тарзан. Ты будешь на маятнике, Фуко? Что? Псина, ты где? Псина, ты где? Как там Кирюша Овсянкин? Замечательно. В тур, по-моему, заканчивает. Замечательно у него все. Фалос, хочешь известность? Хочу неизвестность. Неизвестность интереснее.
Как относишься к трилпилу? Позитивно просто максимально. Братишка, в чем твой секрет? Мой секрет в том, что каждый вечер я мою волосы шампунем Head & Shoulders. Полинамся шоу, когда? Ну, не знаю. Витя СД садист, Витя СД очень милый человек. Почему твой парт на пальмовом масле без паузы специально так записал? Ну, как-то так. Записал. Привет, всем привет, да. Что за история с диском? Диск подарили нам ребята, очень милые фанаты. Чем мечтаешь? Я мечтаю обо всем том. Как относишься к ЛСП? Охуенно отношусь к ЛСП. Олег тоже очень приятный человек. Что за футболка? Ну, такая вот футболка. Такой вот здесь вот есть рисуночек на колесо похожий. Такая вот футболка. Пофоткать могу тебя? Ну, в директ напиши. Где киберкот? Спит киберкот. Когда Надя приснув соло, а зачем? Ники Натурал, я не в курсе, как-то никогда не интересовался, честно. Привет, привет. Привет. Как относишься к группе Кроли Шут? Слушал, одна из моих любимых групп, знаю наизусть, очень много песен, порядка 100. Когда к Дудю? Да никогда, наверное. Как это когда к Дудю? Выпьем мыло за любовь? Мыло выпьем, да, обязательно. Антихайп. Ебой. Когда станешь мэром столичным? Ну, я не знаю даже. Когда все указы составлю лично. Солнце мертвых топит? Я не знаю, я не слушал ни разу. Новый альбом Кровостока тоже не слушал ни разу. Ванечка, привет. Привет. Я тебя люблю, очень приятно. Спой что-нибудь из Кирш. Слушайте, а мы, наверное, возможно, этим летом с Федей Букером дадим концерт каверов на Король и Шут. А что вчера на концерте не появлялся? Я появлялся. Ты, видимо, не видел или не видела. Ешь на диске, можно приобрести, или это был единственный? Это единственный экземпляр, да, нам подарили друзья, фанаты. Слушал Горгора? Как? Нет, не слушал Горгора, честно. Честно, не слушал. Русский рэп мало слушаю. Спой, пожалуйста, что-нибудь из Кирш. Ну, спою только за деньги. И не сейчас. BMW или трамвай? BMX. Здорово. Как относишься к Димасте? Охуенно отношусь к Димасте. Вот кто-кто, а Ди очень крутой чувак. Вот в Москве без тебя было тоскливо на славе. Ну, ничего страшного. Какое тебе любимое мороженое? Рожок. Похуй, что концерт славы. Ну, вот-вот, я о том же, дядь. Слушал музыку когда-нибудь? Нет, не слушал никогда музыку. Никогда не слушал музыку. Гокилда или СД? Ну, блядь, при всем уважении к Артуру, конечно, СД. Это мне ближе. У вас будет фицди? Я не в курсе, ничего такого мы не разговаривали. Но я был бы не против, потому что Ди очень крутой чувак. Блядь, очень крутой дядька, мне очень понравился. Вообще не, он прям крутой. Нужно было выманивать тебе едой из МакАвто на сцену. Ну, возможно, да. Ты учился на филологическом? Нет. Какая разница? Войди в мой туалет без стука. Не думаю. Так вот, наверное, не очень туалет. Кисерки самые охуенные. Блядь, ну мне вообще Светлогорье нравится, но, блядь, Боевик Александров тоже пойдет. Индика или Сатива? Индика, конечно. Был в Улан-Удэ, проездом был, да. Ахахах, подлезал дикому Ди. Ахахах, подлезал дикому Ди. Охуенно просто. Ебать, подлезал. Просто, блядь, подлезал. Ваня, привет, помнишь меня? Я еще спрашивал за СД и Шок. Если честно, нет, дядь, не обессудь. Я пошел дрочить, пока удачи. Тебе удачи. Какова вероятность, что вы отмудохаете Абу, если он сфотается с Соболем? Да нулевая, зачем его мудохать? В жизни его отмудохает. Что любишь Киш, князь тебе как? Мне особо нравится. ЛСД или Альфа ПВП? Ой, в пизду. Почему бы не сбрить эту борду? Почему бы тебе нахуй не пойти? Здорово, неудачник, школьник, а я крутой рэпер МС, засунь жопу в трусы. Охуенно просто. Как относишься к Мэдисон? Мэдисон король. В какие игры играешь? В одну игру играю. Покормить Ваню витаминами, он жесть замученно выглядит. Да хуй знает. Хуй знает, не особо замученно. В Волгограде был? Нет, в Волгограде ни разу не был.
The Doors слушаешь? Да, The Doors люблю. Вань, когда треки? Скоро, скоро все будет, скоро всего много. Все охуеете. Ванечка, я фанатка твоих сториз про китайцев на вокзале. Спасибо, спасибо. Подзаебали меня уже, если честно. Брови охеренные. Прости, браток, что у тебя мили... Ой, все, иди нахуй, даже читать это говно не хочу. У тебя есть высшее? Нет, я мясник по образованию, у меня нет высшего. Приезжай в Волгоград, ждем ведь. Про Ченни я ответил, я не знаю, мне похуй вообще абсолютно, кто у кого подписан. Блин, замути свой игровой канал и мути стрим, как издай. Я не хочу, я играю, говорю, только в одну игру, мне остальные не интересны. А эту игру не очень интересно стримить. Это во-первых, а во-вторых, Twitch может забанить за нее. Когда в Ебенях концерты? Ну, не знаю, наверное, не скоро, друзья. В Ебеня очень сложно приехать, потому что билет туда стоит дорого, а людей там обычно мало. Рвать на кидах, кидал заявку, рвать на кидах. В КВН на Мясницкой кафедре играл, да. Из Воронежа в МСК ехал, чтобы увидеть тебя, а там тебя не было. Ну, блин, извини, пожалуйста, друг. Воронежу, респект, ёпты. Огромный. Ваня, когда в Черкассу? Хуй знает. Вопрос был, общаешься с Ченей? Да, общаюсь с Ченей, почему нет? Конечно, общаемся. Бульвар, последний трек, огонь. Хуй знает. Пожелай мне удачи. Удачи тебе, конечно. Бывает, что вы ругаетесь со Славиком. Бывает, что ты ругаешься с мамочкой своей. Ты все время грустный на... что такое Е, Чебоксары. Чебы, чебы, чебы. Ты святой, у тебя никто не забанит в Твиттере. Да, мне никто не забанит в Твиттере, нахуй надо. Новый EP же божественный. Сегодня, возможно, кстати, будет записан новый EP же, так что ждите. Если будет дроп, то он будет поздно ночью, так что будет круто. Приближается ли твоя мечта приобрести шубу? Я не знаю, денег нет, как бы на шубу не хватает пока в любом случае. Ваня, привет, помнишь меня? Я тебя спрашивал за шок из Д из-за Черкасса. Дядь, правда не помню, ты спрашивал уже честно. Честно не помню, извини. Когда фит с гречкой? Когда фит с рисом, блядь? Хабаровску привет. Ебой. Новинки. Вань, ты крутой, спасибо огромное. Спасибо, очень приятно. Как относишься к качалочке? Блядь, ну ты как думаешь, братан, как я отношусь к качалочке? Сколько у тебя песен вообще? Да хуя. Хабаровск респект, да, Хабаровск респект. Кони Буденного. Я живу в Санкт-Петербурге. Спасибо за творчество, антихайп. На еду-то хоть хватает? Ну, временами, временами хватает. Иногда не хватает на еду. Чай черный обычный. Мстители не смотрел, не смотрю такое. Из последних таких фильмов ходил на Стражи Галактики просто поугарать. Где шуба, там и шубохранилище, сейчас скидывайте его, а не деньги. Вот человек правильно говорит. Сколько у тебя пенис сантиметров? Ну, сантиметров 18, наверное. Знаком с Рудбоем? Нет, не знаком. На какой ветке живешь? На синей. На московских воротах я живу. Я же буду поступать на нашествие, конечно. Конечно. Что за кино на фоне? Это не кино, а это канал, который называется Тревелер. Вов на Варлоке играю всю жизнь. Играл в Майнкрафт? Нет, ни разу не играл. Инстач ебется в провода. Инстач ебется в провода. А мы с тобой идем на митинг, чтоб сегодня навсегда сказать кретинам, мы устали от такой ебаной жизни. Ла-ла-ла. Извините. Дай бог здоровья. Спек какой? Блять, а какой спек в классике, ты думаешь, есть, братан? Это лучшая, Вань. Спасибо. Я думал, лучше это нефильтрованная. Ну ладно. Тоже нормальная тема. Навальный пидор? Нет, конечно, нет. Почему Фаллен Эмс не в счет? Я не знаю. Я не знаю. Славон на голубой ветке живет. Цвет настроения синька. А был на митинге? Нет, не был на митинге. Нормально отношусь.
нормально отношусь. Не хочу об этом говорить, не хочу вообще, блядь, ничего про политику говорить. Сегодня что-то я загорелся просто немного с утра. Вот, ну, мне уже стыдно за это, потому что, конечно, такая тема, как политика, тем более в России, она недостойна, чтобы адекватные люди, они разговаривали как-то. Бля, в Биробиджане нормальная тема, в Биробиджане я бывал пару раз. Как с кармой. Как с Мартой, блядь. Как тебе Лакимин? Охуенно просто. Просто охуенно. С Гришей будет мерч, да. Когда, не знаю. Лень заниматься. Ну, будет обязательно. Чё ругайся? Вань, нафига вчера во время славянного концерта в зал выходил? Мне было интересно посмотреть. Я ни разу не был на випах. Мне было интересно посмотреть... Как с випов. Смотреть на сцену достаточно забавно. 1.80 у меня рост. Чё с ВК? ВК нет у меня. Все, это такая тема, что ВК у меня нет, извините. Вань, ну кто в это время эфир ведет? У нас же пары. Ну извините, друзья. Как относишься к ужаснейшей группе ежемесячной? Полный кал уже. Не то что Лакимин. Школа. Да не нужен мне никакой биф с БМ, дядь. Иди ты нахуй, дядь. Просто немножко подзагорелся я с утра и все. Передай привет Паблосу в переписке для души. Ну, переписки для души, блядь. Для души это дудка, а переписки это так, для тела больше. Смотрю на паре норм. Ежемесячный или кровосток? Ежемесячный кровосток. Дома записываешься или на студии? Когда как вообще по-разному совершенно. Совершенно. Будь счастлив. Спасибо большое. Вот приятные темы на самом деле. Ваня, можно фитануть с тобой? Я думаю, за деньги можно. Да, так вряд ли. Что думаешь по поводу магазинов, которые делают шмот с лого антихайпа? Я думаю, что их родители умрут скоро. Микки Маус это Минни Маус? Нет, ты что, это разные вещи. Дядь, я тебя найду, и будешь землю жрать у меня. Охуенно просто. Хорошо.